Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео вы узнаете 3 рецепта салатов по типу правильного питания. Приятного вам просмотра! Итак, рецепт первого салата будет из овощей со слабосоленой горбушей и яйцом. Поставить на плиту для закипания 1 литр воды. Воду подсолить. Следом поставить вариться 3 яйца. Очищенные 200 грамм картофеля нарезать дольками. Картофель должен быть мелким. В кипящую воду закинуть вариться 100 грамм стручковой фасоли до готовности. Разогреть в сковороде 80 мл растительного масла. Обжарить в масле ранее нарезанный картофель. Когда картофель будет готов наполовину, его необходимо слегка подсолить и продолжить готовить до золотистой корочки на среднем огне. Готовый картофель отставить в сторону. 100 грамм салата латук нарвать руками и сложить в тазик. Двести грамм мелких помидор нарезать дольками, удалив места скрепления плодоножки. Соединить помидоры с салатом. Туда же добавить готовую охлажденную стручковую фасоль и перемешать. Сваренные вкрутую яйца очистить от скорлупы. А затем нарезать дольками. Выкладывать яйца поверх салата. Также сверху выложить жареные дольки картофеля. 70 грамм слабосоленой горбуши очистить от костей и нарезать пластинками. Выложить красиво поверх салата. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Рецепт второго салата будет с рукколой, свеклой и сыром. Помыть 100 грамм свеклы. И поставить вариться до готовности. 60 грамм рукколы промыть холодной водой. Помытую рукколу разложить на сухом полотенце. Готовую свеклу залить холодной водой и оставить остывать. Обсохшую рукколу порвать и сложить в салатницу.
Далее приготовить заправку. В пиалке смешать 2 столовые ложки оливкового масла. Одну чайную ложку сиропа топинамбура. Пол чайной ложки горчицы. 2 порубленных мелко зубчика чеснока. Одну четвертую части сока лимона. 3 чайной ложки черного перца и соли. Сто грамм домашнего сыра нарезать кубиком. Остывшую свеклу очистить от кожуры. Затем нарезать ломтиками. Нарезанную свеклу выложить поверх салата. Далее сверху посыпать грецким орехом массой 50 грамм. Салат полить заправкой. Затем аккуратно перемешать. Третий салат будет с курицей, овощами и яйцом. 400 грамм филе куриной грудки необходимо тонко порезать пластинами. Нарезанное филе сверху посыпать солью, черным молотым перцем, красным острым перцем и молотой паприкой. Хорошо растереть по всей поверхности филе. Готовить филе на разогретой сковороде с маслом по 1,5 минуты с каждой стороны. Готовое филе выложить в тарелку и оставить остывать. Поставить вариться 3 яйца. 100 грамм салата латук порвать руками на небольшие листья. Один крупный болгарский перец очистить от семян. А затем нарезать соломкой. Переложить к листьям салата. Охлажденное филе нарезать соломкой и переложить к овощам. Далее необходимо приготовить заправку. Взять 200 грамм 10% сметаны. Добавить 3 чайной ложки соли, столько же черного перца и столовую ложку оливкового масла. Заправить салат, хорошо перемешав его. Два мелких помидора нарезать на дольки, удалив место скрепления плодоножки. И красиво выложить поверх салата. Далее очищенные яйца также нарезать дольками и разложить поверх салата. Благодарю за просмотр данного видео. Напишите в комментариях, какой из салатов вам больше понравился. Поставьте лайк.
подпишитесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!